День семьи, любви и верности отпраздновали в минувшие выходные в селе Ермолаево. Праздник собрал сельчан всех поколений, от мала и до велика. С приветственным словом от имени главы администрации Ахат Кутлуахметова к присутствующим обратилась Люция Хамитова. Семья – это хрупкая и вместе с тем огромная ценность мира, основа благосостояния общества и главное условие всеобщей стабильности. Без любви, верности и взаимопонимания невозможно создать крепкую, хорошую семью. Пусть в нашем районе будет как можно больше достойных, дружных и образцовых семейных пар, на которых бы равнялась молодежь. Пусть сохраняются наши семейные ценности, а наши дети и внуки продолжают прекрасные традиции старших поколений. Будьте счастливы и любимы! В такой день не обошлось без поздравлений и подарков. Семья Сулеймановых из деревни Ново-Ямашево была удостоена медали «За любовь и верность», учрежденной Оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Москва, 8 июля 2012 года. Вот и что? Вот такая медаль. Очень трогательным стало чествование золотых юбиляров, отмечающих 50-летие совместной жизни, семьи Андреевых из села Ермолаево. Заведующая отделом ЗАГС Кургазинского района Светлана Иванова зачитала поздравления в их адрес от президента Республики Башкортостан Рустема Хамитова и пожелала всем супругам совместного долголетия. Всех с праздником, счастья, долгих супружеских лет жизни! Юбиляры, в свою очередь, поделились со сцены со всеми секретом своего семейного счастья. Ну какое семейное счастье? Жить вместе – это очень хорошо, конечно. Вот, растить детей, внуков. Я школьник всех приглашаю. Концертная программа, подготовленная артистами районного дворца культуры «Молодость», украсила вечер песнями и танцами. Участие в празднике приняли самые юные ермолаевцы. Для них был организован парад колясок, поражающий фантазией и вниманием молодых родителей к своим малышам. Они такие разные, по фамилиям, именам, характеру. Я думаю, что все гости праздника со мной согласятся, что каждому участнику это удалось. Аплодисменты! Нашим уважаемым членам жюри предстоит сделать нелегкий выбор. Завершилось мероприятие фейерверком, завораживающим и вызывающим море эмоций, как крепкая и счастливая семья. Вас еще раз здоровья, счастья и большой любви. Елена Камская, Владимир Кузьмин. Новости.